Сегодня, в день окончания Второй мировой войны, хотелось с удовольствием поздравить ветеранов, которые с каждым годом остаются все меньше и меньше, которые принимали участие в этих боевых действиях. Среди этих солдат был наш земляк, сегодня проживающий в доме номер 100 по улице Большая Казачья. В вашем доме, уважаемые жители, уважаемые граждане, ветеран двух войн, заслуженный, замечательный человек Михаил Леонтьевич Тупицкий. Столько заряда, столько доброты из ваших глаз. Да никто не мог победить таких людей. Никто. Погляди на моих бойцов. Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Уважаемый Михаил Леонтьевич, от имени командования, Совета ветеранов и всего личного состава Саратовского военного ордена Жукова Красноармейского института войск Национальной гвардии Российской Федерации, примите искренние поздравления. 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. Дорогие друзья, за все это время жизнь меня волновала только до оставшаяся мать. У нее забрали мужа, у нее забрали меня, забрали еще нашей семьи. Три человека были, воевали. Три. С отцом мы вместе штурмовали Кёнигсберг. Я не знал, но он на танках, а я в пехоте. Потом уже мне в Порт-Артур прислала мама письмо. А ты, сынок, вместе с папой ведь был. Сегодня особо великий праздник. Праздник окончания Великой Отечественной войны, Великой Второй войны и победы над японскими милитаристами. Мы шли по улицам родным и бедным, как на вокзал отцов встречать. Где-то невдалеко рыдала громко чья-то мать. А Колька, друг мой, радостно и робко, прохожим улыбался во весь рот, не зная о том, что завтра похоронка с войны минувшей на отца придет.